Мордовии избран новый председатель регионального отделения ДОСААФ. Им стал Алексей Тюркин. За него проголосовали члены этого общества на внеочередной конференции. Напомним, ранее эту структуру возглавлял Сергей Кульков, который сейчас руководит Нижегородским отделением. Алексей Тюркин на новом посту планирует наращивать темпы подготовки специалистов массовых технических профессий и вооруженных сил. Также новый председатель планирует возродить в Мордовии мотоспорт. Более 24 тысяч приняли участие в тестировании. Значит, ну, более 20% из них имеют золотые значки. Поэтому эта работа будет продолжена в регионе. Значит, мы, наш регион находится не на плохом месте. Значит, но задачи, которые поставили перед нами и Минспорт, значит, и мы ставим задачи для того, чтобы, значит, достичь больших успехов и более широко провести тестирование, значит, среди населения нашей республики.